Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и сегодня мы рассмотрим игрушку под названием Planet Seed 2. Эта игрушка находится в Steam, бесплатная, можно зайти поиграть. Я играю с четверкой. Четверка, привет. Привет, дорогие друзья. Перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Здесь можно создать свою фракцию. Ну, выбирайте одну из трех фракций, одного из трех персонажей. Так. Да, у меня все нормально с этим. Так, ну мы не будем создавать, потому что у меня уже есть. Погнали. Выбираете сервер, выбираете одну из двух, из трех фракций, создаете свой, заходите на один из серверов и начинаете мочиться. Эта игрушка чем-то напоминает Battlefield, Warface. И, ну, только здесь нельзя пробежать, ну, кооператива с другими игроками. То есть здесь суть в чем. Вы появляетесь на базе. Тут есть техника, как в батле. Бегайте, файтитесь, убиваете противников, мочите там всех, кого попало, кроме своих. На карте играет сразу три фракции, то есть... вот, я появился. Также тут можно выбрать персонажа. Ну, это я себе взял такого пока что. Так, тут вот один из трех видов, также здесь есть танки. Ну, мы пока что пойдем за этого. Так, я взял себе эту, потому что у нее есть РПГ, а он хорош против техники. Так, давайте-ка попробуем. Ага. А как тут звездолеты, хренилеты вызвать? Там нужно подойти, типа, такое, видишь, там на базе есть такая херня, типа планшета, что ли, или что. Да, да, такой, я вижу, а что нажать? Просто четверку уже играл. Ну, подходишь к ней, типа, нажимаешь, и если у тебя есть достаточно монеток, типа, ты можешь взять там за монетку. Эй, я хочу в самолет залезть. Тут самолет есть. Твою мать, тут самолет. Ты можешь, если там кто-то купит, можешь быстренько забежать к нему и полететь с ним на халяву. Я не могу, короче, улететь с ним. О, да, я знаю, это хэллоуинское событие. Но я не могу за... Ах, твою мать, самолет исчез. Собаки, ну пусти меня. Чё происходит? Ёб твою мать, как лагает. Да там самолет херачится об землю. Воу-воу-воу-воу-воу. Надо валить нахрен отсюда, ты еще свои завалил. Так, все, о, мне на вид дали технику. Ну, давайте вот это вот возьмем. Так, я лечу. Твою мать, что он делает? Я ни черта не вижу, мы куда-то летим. Я не понимаю, что происходит. А, все, во-во-во-во, вижу. Все, отлагало. Мы на самолете летим. С каким-то чуваком. Так, что там по карте? Да, карта здесь огромная просто. То есть... Я просто буду херачить по всем. Да, карта там просто огроменная. Поэтому эти горы надо было добавить изначально. И купить вместе технику, так как у меня монет есть на битах. И надо было полетать. А, так это наши? Братан, правее бери! Бери правее, придурок топочило! А, перезарядка идет. Нас собьют, твою мать, нас собьют! Я хочу вылезти! Там уже можно кладбики, типа на лодке. О, блин, а я умер! Черт, я только что прыгал, хрен знает откуда, и был живой. А сейчас я дезонтировался с самолета. Меня. А! Не, ну это же самолет, типа. Не, я в задницу я не хочу. Но это же самолет. Здесь можно вот пушки любые выбирать. Ну, под класс. Возьмем все вот эту. Самого последнего, если возьмешь. Класс, который, типа, так, я появился у тачки. Иду в бой. Иду вперед. Ой-ой-ой, твою мать, свои валят. Да вы чё, придурки, как так-то? Подождите, это разве не наш танк был? Чё за херня? Если он сильно бы не подсвечивался, значит, не наш. Подожди, если он... блин, я застрял тут. Тут мочилово жестко идет в этом углу. Они тут турели наставили. Я за танк пойду спрячу. Так, пойду-ка я отомщу за себя. Танк, иди зажги. Минус.
Ай, твою мать! Да как ты посмел? А, здесь также есть физика. Черт. Не, я так не попаду. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Просто, знаешь... О, мне 100, кстати, 55 XP дали. Еще 25 новых. Я, короче, появляюсь, и меня тут, на тебе, прям, херачат сразу танк. Опа, попал куда-то. Вы чё, братва? Да, я постреляюсь хоть. Так. 158 опыта дали. Ебой. Я помог танк снести. Ай-яй-яй! Я нашел криптонит! Так, вижу челика. Ай-яй-яй! Блин, со спины вальнули. Снайпер. Херасе. Так, стоп. Ну ладно, давайте посмотрим. Может, у нас кто есть интересный. У нас тоже снайпер есть. Погнали. Изи-каты сейчас будем делать. Так. Да я знаю. Давай здесь. Да я знаю, что это класс снайпера. Тихо. Тут такая жесткая херачилка идет. На тебе, в леща, собака. Да, тут можно уходить, кстати, на снайпере вроде как можно уходить в инвиз. Там турели просто херачат жестко. Ой-ой, мне кто-то в жбан прописал. Показывает, что где-то вот здесь противник. Гребаная физика! На тебе, леща батькиного! Перезарядка. Где они там херачат-то по нам? Я бы пошел на штурм, но я думаю... Блин, 4 попадания, он живой до сих пор. Да, вот что значит танки. Попал прям в хэд. Да, тут реально, ребят, замесы адские просто. Там еще вон кто-то спускается. Да не, я тут со снайперкой не протяну. Мне нужен танк, что ли, какой-то. Тут люди просто летают. Я могу в тачку сесть? Вау! Перезарядка. Так, я там наваливаю по щенкам. Я попадаю, но такое чувство, что им вообще похрен, потому что хп у меня не дается. Ай-яй-яй, собака! Я просто наваливаю в один угол, я даже хедшот с пулеметом. Ты там как? Мишка, ты живой? Блин, слушайте, я его даже минусануть не могу. Но я прям вижу, как в мою сторону летят ракеты. А, сбить ракету, сбить ракету. А, ракеты сбивать нельзя. Походу. Я наваливаю жестко в тот угол, но что-то... Не, бесполезная херня. Да. Так, стоп. Нет, нет, я хочу за вот эту. Да дай мне за... Я хотел за другой пулемет сесть. Во-во-во-во-во-во-во. Давай хотя бы одного минусануть. Я не знаю там, кто кого минусует, но походу не я пока что. Да, здесь, конечно, махачи зверские проходят, ребят.
Так, я могу на этом каком-нибудь говне поездить? Пацан, дай покататься. Не-не-не, я хочу вот за эту пушку сесть. А, здесь класс можно поменять. Кстати, время пришло. Дай мне класс поменять. Я хочу класс поменять на... Вот это вот что за херня? А, это, наверное, технику ремонтировать. А то я что-то задрался уже. Так, Миш, ты где? Нам показывают, что у нас еще 26 минут матч будет. Я попытаюсь сейчас снизу зайти. Так, самолет надо мной пролетел. Ну чё происходит-то? Дай мне... По горам я здесь лазить не могу нормально. Так, вон тот чувак все еще жив, значит, они наверх активно лезут. Ой-ой-ой. Оп. На-най-най. Ай, блин, сзади! Черт! Так, выбираем его, да. А, так, стоп, точка десантирования. Можно же любую выбрать, да? А, не, ни хрена не любую. Я хочу вот здесь появиться. Не-не-не, в задницу. Давайте вот здесь. О, тут херачило идет, прям жесткое сразу. А-а, ясно. Так, беру троечку. Пацаны, давайте, давайте жгем. Вперед, вперед, вперед. РПГ бежит, парень с РПГ. Ай-яй-яй-яй-яй, как меня красиво, а. Так, стоп, дайте персонажа. Быстрее, пока еще возродиться нельзя. Пушка говно, надо автомат брать. Так, что-то четверки не слышно. Не знаю почему. Блин, давай, давай. Ребята, живи. Так. Там мне звонит четверка. Но прерваться пока что я не буду. Походу у него интернет свет отрубило. Так, сейчас. Давайте на секунду прервемся. Так, ребят, продолжаем. У 4К маленькие проблемки, поэтому он в данный момент не сможет к нам присоединиться. Это не значит, что Мочилова пройдет без него. Ну, вообще-то нет, это и значит, что Мочилова пройдет без него. Ах, твою мать, да как так-то? А, это меня танк минусанул. Здесь, да, здесь вас минусует все, что угодно. Абсолютно все, что угодно вас может минусануть. Ой-ой-ой, мне что-то в харю надавали. Пацаны, нас прессуют! Минус один хотя бы! Этот, походу, сдохший уже. Блин, собака. Нате гранату! О, сволочь, сверху прям сидит! Я еще одного успел минусануть, прежде чем меня сложили. Кучку. Так, да, появись на том же месте. Могу? Или нашу точку уже захватили? Зверская Мочилова, я скажу вам так. Они чинят базу. Да? Ну, точнее, пытаются. Твою мать, нашу тачку подорвали! А, кто меня? В смысле, он против нас? Да как так-то? Блин, придется появляться в другой точке. Да как так он меня сложил-то?
У нас тачку, эту точку отжали, сволочи. А я думал, он за нас. Надо маневрировать. Блин, я только хотел шмалять начать. Ну видите, здесь, то есть, ребятки-то уже прокачанные более-менее, не то что мы. Тут уже более-менее прокачанные ребятки. Но зато я знаю, в какую сторону кидать гранату! Сейчас мы обойдем их. Опа! Ах ты собака! Да что ты делаешь? Ты как так-то? С ножа меня минусануло. Блин. Жесть вообще. С ножа, твою мать, с ножа! Да что это за херня была? Это пистолет... блин. Может взять другой класс? Давайте-ка посмотрим. Другие классы. Давайте вот этот попробуем. А чем черт не шутит, да? А, твою мать! Я хотя бы гранату забросил. Ну вообще толку ноль. То есть ребятки рвут нас по всем фронтам. Я хочу вот здесь появиться. Я хочу вот здесь появиться. Ага. Так, 5 секунд. Ага, это бесполезная затея. Так, наваливаем в ту сторону. Надеюсь, что мы выживем. Я вроде минусую их. Как они меня умудряются слить так легко? И что это за класс такой нечебенный? Блин, слушайте, ну тут прям реально тяжко выживать. А, все. Ха-ха, каточка. А, нет. Я думал, все. С концами катка прошла. Я хер его знаю, что это такое. Минус 200! Второй уровень! Щенки! Блин, не убил. Сейчас посмотрим, какой из меня снайпер. Да умри ты, собака! Чё ж ты маневрируешь-то? Надо наваливать туда. Мы сейчас этой бабы вдвоем растянем всех. Молодец. Минус один. Что-то пока по противнику не густо. Надо, главное, не высовываться. Хотя... Блин, как я не люблю стрелять на опережение. Да. Раз. Кому-то дали леща. Так, 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 так. О, восстановились. Пойдемте повыше чуть-чуть. Займем выгодную для себя позицию. Минус один. Что ты делаешь? Да ты че он на базу бежал? Я только хотел его пристрелить. А, по мне не видно еще, откуда по мне. Откуда я стреляю, да? Мою точку еще не спалили. Но здесь джетпак есть. Опа, я кого-то спалил. Че этот я там кукушку пробил? Ай-яй, перезарядка. Смотрю в мою сторону, херачит. Но меня пока все равно не видят. Да черт, как на опережение-то попасть? Ой-ой, кажется, по нам херачить сейчас начнут со всех сторон. Да-да-да-да! Да! Меня спалили! Так.
Да, в надежде попасть вон в того чела, это, конечно, вероятность нулевая, но пострелять можно. Так, вижу один танк. Че вот это такое? А, это маяк. Все ясно. Это, короче, типа маячка. Так, это типа маячка. Да, хреначит, конечно, в мою сторону очень жестко. Не, ну я так никого не убил. Меня обидно аж. Че ты делаешь, братан? Вперед. Ни шагу назад, ни шагу на месте. Ребята, это я сам ранился. Так, 15 минут до катки. Ладно, давай сейчас попробуем наверх залезть. Меняем класс. Давай на тебя попробуем. Combat medics are general purpose infantry that can heal and revive teammates. Так, я вижу медика наверху. Я не знаю, что это за аптечки или что это за херня такая. О, минусанули одного из ихних. Так, это наш снайпер хреначит там. Чью кукушку надавали? Мою! Братан, граната, беги! Ой, умер. А, не, он живой! Мне нельзя падать. О, где, опыт получил. Нифига себе. Блин, жака, гранат нет. И вот сюда наверх не залезешь никак. Ну ладно, давайте пока тогда попытаемся пробежать вперед немного. Естественно, по нам наваливают. Слушайте, у меня есть мысль. Умирать так с музыкой. А музыки не будет. Да. О, нет! Блин, я был жив! Я был жив! Твою мать! Смотрите, 200 за килл. Неплохо. Я же был жив, блин, я же был жив. Что это летает? А, это наши. Наши наших бьют, бей наших. Вот это вот. Команда. Нет, слушайте, ну не, слишком очень динамичная игра. Вот кто-то турельку поставил. Я еще пока такой хрень, конечно, заниматься не могу. Я неуязвим! Так. Я буду орать, что я неуязвим. И так и есть. Я просто наваливаю по всем там. Конечно, у меня сейчас патроны кончатся. Поэтому давайте умрем красиво. Я успел бросить туда гранату. И по мне хренакнули из танка. Снайпер в модификации. Куча скиллов. Не то, что я бомжоныш. Ну... В самом начале топовым не будешь, да? Ребят, подсвечиваю цель. Ай-яй, меня подсветили. Ой-ой-ой, как мне наваливают в хлебало. Мое хлебало еще столько не вытянет. Надо спускаться вниз. Ты что ты творишь-то, твою мать? Кто? Как? Кто, как? Столько вопросов и так мало ответов. Так, ну так как я люблю пробежаться вперед и устроить адский замес. Стоп, что за бред? Я же выбрал класс. Ха-ха-ха!
Ну и что? У меня хреново тут его здоровье. Давай, я еще живой, у меня критическое. Давай, 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 ну ты че? Братан, ну как так? У нас же все было и шикарно, мы могли бы затащить. Да ладно, я шучу, мы бы не затащили. Да, я беру себе снайпера. Да, в этой точке меня. О, все. Не, реально, бой просто дикий. Я тупо не успеваю ничего противопоставить. А я за турельку встану? На, сволочь. Че это за... А-а. Так. Че за меня? Мне в кукушку надавали. Так, встану за этим чуваком. Да не, тут со снайперки вообще тяжко. Перезарядка. Блин, я повяз на перезарядке. Да как так? Как он меня вынес-то? Я даже не видел откуда. Блин, вообще жесть. Такой эпичный махач. Просто они херачат со всех сторон. Они... Я удивляюсь, как они умудряются попадать так. Так, что на X можно? Мне что-то на X можно сделать. А! Сзади, блядь! Вряд ли это свои, это просто кто-то обошел. Пацаны, сзади. Вы сейчас умрете все сзади. Откуда он сзади меня так минусанул-то жестко? Крысеныш. Обошел ведь. Так, во, вижу кого-то. Еще бы попасть, блин. Ага, конечно, так я и попал. Ну, не знаю, может, граната попадет. Этому чисто на авось повезет. Да, во, танк медлительный. Да, я, конечно, ему накидал, но он не сдох. Есть вероятность, что он сейчас сменит класс. Или зайдет на базу. Вы просто смотрите, как херачит. О, техника. Не знаю, есть еще какой-то толк по ней хреначить снайперки? Когда тут только ракетницы и вроде как, и дамаг-то сильно наносит. Так, где снайпер в тот раз сидел? Опа! А я тебя спалил. Минус 200. Плюс 200, точнее. Хе-хе-хе. Тебя завалил, ну. Так, смотрим. А то эти ребятки, я смотрю, хитрожопые, реально. Как он там умудрился засесть? Так, там никого. Так, вижу вон там челика. А, это танк! Ё-моё, я думаю, что это такое странное стреляет по мне. Опа! Самолетик. А я тебя вижу. Я, правда, тебя попасть не могу, но я тебя вижу. Давай, давай, наваливай ему. Блин, патрон не хватило, ё-моё. Оу, как красиво это сейчас было. Блин, это реально было эпично. Так, где тут самолет летит? Так, по нему там наваливают активно. Так, дайте я за ПВО сяду. Что-то я как-то мне на ПВО больше везет. А чё, я просто могу в кабинке посидеть? А за ПВО? Да не-не-не, я ПВО хочу. Чё за бред? Ага, я просто в середине кабины могу сныкаться и сидеть прям как крыса. В ожидании того, что кто-то подойдет сзади. Ё-моё, по нашей
позиции хреначат из танков. Так, тихо. Черт, не успел. Так, я вижу, там танк был. Ай-яй! О, 570 опыта я получил. А, 200 всего, блин. Ладно, ну снайпер здесь тащит, ребят. Если вы, конечно, умеете стрелять на опережение. На тебе, минус. Так. О, третий левел. Ой! Ах ты собака. Я же тебя видел только что. Я даже его не видя, в него попадаю. Потому что он в инвизе. Но он где-то там сидит, я уверен. Братан, не вылазь, тебя сейчас кукушку... А! Блин, только хотел сказать, братан, не вылазь, тебя сейчас кукушку прострелят. И тут моя кукушка сразу же отстрелилась. Погнали, у нас еще 4 минуты, активно. Охереть, что это было? Это лазер какой-то дикий. Я не понимаю, откуда вы умираете, братаны. Я реально не понимаю, откуда... О! Ай-яй-яй! Да опять он оттуда! Да как так-то? И что это за снайперка, которая больше на пулемет смахивает? А, я могу воскреснуть, твою ж мать! Да знаю я, что стрелять нельзя. По своим. Что ты мне рассказываешь-то, блин? Я так понимаю, вот с этой стороны тоже жестко наваливаю. Блин. Ну это жестяк, реально. А, я со снайперкой в упор пойду. Я парень бывалый. Чем мне бояться? На тебе, собака! А, твою мать, сзади, да вы чё? Ни хрена себе. Что, классный скилл. Ну, ничего не скажешь. Собака еще и сзади минусанула. Блин, ладно, пойдемте вернемся на ту позицию. Отомстим. Походу, ту точку захватили. Потому что, судя по тому, что все туда шмаляют, ту точку реально захватили. Так. Да, игрушка, конечно, для меня новая. Ну, в смысле, в плане то, что игрушка тоже старая. В нее уже давно играли многие. В плане геймплея она веселая. Ах ты собака. Да ты задрала уже овца меня. Я тебя сейчас минусану. Да блин, ну как, ну что ты. А, это не она. Вот еще один класс, но у них со снайперкой, со стрельбой, кстати. Там надо реально, прям на реальное опережение стрелять, чтобы кого-то попасть. То есть бластер, он как бы более топовый в этом плане. Нет? Просто наши куда-то стреляют, непонятно. Так, стоп, я помню, откуда меня рисовали в тот раз. Вот он! Да не вставай ты передо мной, блин, я там стреляю, он там передо мной встал. На тебе, собака, минус снайпер. Кстати, я за себя отомстил. Я за себя только что отомстил. Давай, 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 мне еще минута. Я, вы там за спиной смотрите, а то сейчас как прилетит сзади.
ёб твою! Опять эта крыса. То есть он уходит в инвиз, стреляет один раз, а потом дает мне в лоб. Да, да, воскреснет, естественно. Да как так? Чё за херня? Ой, теперь чувак с тыквой. Как он это делает, твою мать? Я даже не понимаю. Тут больше всего очков получают парни на... Что это было? А, ясно. Это был самолет, ёпта. То есть здесь больше всего очков получают по факту медики, если так подумать. Они просто всех лечат и все. И ты просто шикарно выживаешь. О, ёпта, я появился в каком-то куполе. А, я сверху теперь. А, не хватило патронов. Ага, конечно, так я, блин. Так я вам и умер. Так, стоп. 5 секунд, что-то. Твою мать, опять этот чмо с тыквой. Что-то звуки стрельбы утихли. Все что ли? Да, что-то звуки стрельбы подутихли. О! Так. Вообще штука-то бесполезная. Но по факту стрелять ты не в кого. Ну да. Гениальная затея. Я просто постреляю в тот угол. В надежде, что повезет. Че, здесь кто-то появился, что ли? Не, ну техника, да. По факту техники здесь, конечно, дофигища. Похоже чем-то реально на батлу. Тоже танки, тоже пушки. Только в батле у меня было больше шансов кого-то минусануть. Ну, потому что тут нет такого жесткого махача. Точнее, там нет такого жесткого махача. Так, нет, нет. А, все нормально. Ага, конечно, так я и вылез, блин. В смысле, там что, сзади что ли по нам фигарят? Офигеть, тут еще самонаводящиеся ракеты есть. Эпик, эпик. А я в башенку могу сесть, нет? По нам хреначит вот откуда-то отсюда. Но это наши. Вы че? Там же наши. Ничего не понятно, в какую сторону стрелять. Карта здесь, конечно, огроменная, реально. Тут просто мочилово зверские происходят. Я кого-то вижу. Да чё под лайк... О, 50 очков. Ха, я кому-то помог, он не сану. Да я сяду. По-братски. Так, вон оттуда он стрелял, да? Вон откуда-то оттуда. Ой! Чё это там? Кто-то попытался мое место занять? Я отдам, мне не жалко. Чё они тут строят? Я не понимаю. То ли башню какую-то, то ли ещё чё. Вряд ли мой один выстрел, конечно, помог разрушить всю базу. Опа. Такс. Да, как там имя... Нам легион, ибо нас много. Так, ну, о, вон он. Да ё-моё, чё за лаг... Не, я не сдох, ребят. Налаганул жестко. Не, этого я не достану. Блин. А зачем я пальнул бессмысленный выстрел? Что ты мне кинул-то, придурок? А, это патроны. А я думаю, чем они в этот раз бросают? Сываются.
Вот это вот снайперка, ребят. Так, давайте-ка зайдем. Мы же за снайпера любим играть, правильно? Так, зайдем в братву. Зайдем в снайперки. И посмотрим, сколько у нас очков. 208. Мы, правильно, бомжи. Я, конечно, хочу себе вот это вот. Либо, ну, это вряд ли вот это вот. Я хотел себе взять. Ну, ладно. Так, стоп. Я могу в какую-то башенку залезть? О, могу. Смотрите-ка, как прекрасно. Как прекрасен этот мир. Посмотри. Так. Я там самолетик где-то видел. Вот тут он заходил на нашу позицию. Да, здесь... Нет, реально, разброс огромный всего. Игра я не хочу. Мне такие игры нравятся. Но слишком огромная карта. Так. По кому вы там стрелять? Там никого нету. Так, меня минусанули откуда-то отсюда. Блин, они ныкаются за щитом, и их не пробить. Что за дичь-то? Так нечестно. Я считаю это каким-то читерством. Вот, смотрите, по мне попали из-за щита, а я в щит пробить не могу, это же нечестно. Ну, я смотрю, тут вся наша гвардия. Первая, вторая, третья рота, все. Я, конечно, может быть, не очень умный. Но я посижу вот здесь. Да, щиту плевать. Это тупая, бесполезная трата времени. Почему-то опыт сейчас перестал идти. О, ну в смысле это время. Слушай, пусти меня в танк по-братски. Ладно, хоть стой вот так, я хотя бы... Хм, неплохие турельки, спасибо. Ой-ой-ой, твою мать, я только ствол переключил, я же его увидел. Еще 210 экспы. Я думаю, мы тут хоть деньжат-то нарубим себя. Блин, надеюсь, что да. Так, ладно, давайте, последняя смерть, которая сейчас появится, да? Ты кто? По идее, турельки должны были решить ситуацию с придурком с этим. Не, он так на изи к нам залетел прям. Ай-яй! С чего ты его минусанула? Ага, у нее взрыватель в руках. Неплохой такой костюмчик. Ладно, ребят, на этом мы пока что закончим. Мне игрушка классная, если вам понравилось, заходите обязательно, будем играть. А, скорее всего, из четверки создадим что-то типа клана. Будем мочиться в клане. Также... Я смотрю, здесь можно технику себе брать, различные обвесы на нее покупать. Ой, какая прелесть, просто. Но мне нравится, я бы его даже в обычном танке погонял. Я смотрю, тут у него пушек различных видов. О-о-о. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.